Еще один финал. И снова эстафета. Эстафета 4 по 400 метров. Эта эстафета недавно появилась в программе Олимпийских игр. Впервые была проведена в 1972 году. Победила команда Германской Демократической Республики. Американские спортсменки сделали сейчас в Америке. Было на втором. Были на втором месте и на третьем команда Федеративной Республики Германии. Наши спортсменки 4 года назад были в финале последними, восьмыми. Вот сейчас бежит за нашу команду здесь Рижанка Инта Кļimoviča. Ну, отправилась в путь очень сильная американская команда. И, конечно, главными претендентками здесь считают спортсменок из Германской Демократической Республики. Им принадлежит мировой рекорд. И олимпийский рекорд в эстафете 4 по 400 метров. Ну, сейчас девушки из ГДР впереди. Итак, за нашу команду эстафетную палочку от Инты Кļimoviča приняла чемпионка-рекордсменка СССР Лyudmila Aksyonova. Хотелось бы, конечно, чтобы и в этом виде программы наши спортсменки получили какую-либо из олимпийских наград. Женская наша эстафета и мужская 4 по 100 метров стали бронзовыми призерами. Вот, как ожидалось, уверенно лидируют спортсменки Германской Демократической Республики. Ледис, простите, Бригитта Рохде закончила дистанцию, и Эллен Штрайт отправилась в путь. Ну, а за нашу команду бежит Наталья Соколова. Итак, на первом этапе Инта Кļimoviča, рижанка, Людмила Аксенова, киевлянка на втором этапе. Москвичка Наталья Соколова сейчас приблизилась к американской спортсменке Пэм Шильдес. Спортсменки ГДР вне конкуренции. Бежит за эту команду Эллен Штрайт. Мировые рекордсменки, собственно, никто просто и не думал, что борьба завершится как-либо по-другому. Борьбы по существу нет. Девушки с ГДР очень сильные. Вот очень неудачная передача была эстафета на нашем этапе. Очень неудачно. Наталья Соколовой приняла эстафету Надежда Ильина. Ну, в общем-то, это можно извинить как-то, потому что набегала американская спортсменка и пересекла путь, принимающий эстафету Натальи Ильиной. Итак, спортсменки Соединенных Штатов Америки Розалин Бриант и Надежда Ильина борются за второе место. Пока впереди американская спортсменка. Итак, спортсменки из Германской Демократической Республики. Они впереди. Сейчас впереди спортсменки Германской Демократической Республики. Кристина Брэмер финиширует первой. Американская команда завоевывает серебряные награды. Наши девушки бронзовые. Новый мировой рекорд.